СМИ стали распространяться слухи о том, что певица Максим готовится уже в ближайшее время появиться на публике. Якобы артистка запланировала выступать на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в столице с 19 по 29 августа. Мол, она уже ждет и не дождется, когда сможет снова выйти на сцену и вместе с фанатами исполнить любимые хиты. Представитель Максим сообщает, что певица минимум на год поставит карьеру на паузу. Хотя она и вышла из комы, она еще долго будет восстанавливаться после болезни. Только на днях ее перевели из реанимации в обычную палату. Певица ходит самостоятельно, но с большим трудом. Кроме того, Максим все еще тяжело дышать, сатурация до сих пор не восстановилась. Из-за последствий пневмонии врачи запретили ей петь и заниматься спортом. В ближайшие полторы недели ее выпишут из больницы, и она продолжит реабилитацию дома. Однако возвращаться к работе ей пока нельзя. Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле, с очень сильными головокружениями. Концертов новых песен не будет как минимум год, врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия. Ранее Максим выступал с первым заявлением после болезни. Она призналась, что ей по-прежнему тяжело дышать, но она счастлива, что скоро окажется дома и обнимет своих дочек. Как рассказывала певица, когда она пришла в сознание, то не могла поверить, что провела в коме полтора месяца. Она также поблагодарила всех за поддержку и молитвы о ее выздоровлении.